Почему детский травматизм на железной дороге не уменьшается? Какие железнодорожные переходы в Самаре самые опасные? Работа по профилактике детского травматизма на транспорте в период летних каникул. Смотрите программу «Город С» 10 июня 18:15. Гости в студии. Елена Шурунова, руководитель Центра социализации молодежи городского округа Самара, и Алла Нечесова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.